курсе. У нас уже четверг сегодня. Время 6 утра, и куда же я поехала в такой ранний? Я спать я легла сегодня в 3 часа, проснулась и в 5:45 утра. Боже мой, не знаю, как я прожила этот день сегодняшний. И поехала сейчас собирать Кэтрин от подружки, потом мы поедем, я отвезу ее в школу. И после школы у меня будет возможность вернуться домой и еще пару часиков поспать, иначе я не выдержу. Иначе сегодняшний день я не переживу. Ладно, поехала, заберу Кэтрин. Потом мы заедем в Starbucks позавтракать. И отвезу ее в школу. Доброе утро! Ну что, спустя 2 часа почти, что я еду домой обратно. Смотрите, у нас только встает солнце, вернее, оно встало так красиво. Рассвет мы не успели встретить. Кэтрин набрала полный пакет конфет. Помните пакет, который мы покупали с ней на хэллоуиновском магазине для Хэллоуина для нее? Он полный. Сейчас я приеду домой, я их занесу домой, покажу вам, что она набрала там. Я уже, если честно, спать не хочу. Я проснулась, я выпила две кружки кофе. Одну кружку выпила там, пока Кэтрин забирала, вторую в Старбаксе выпила. У меня глаза уже открылись. Поэтому сейчас я приеду домой и буду заниматься работой. У меня столько много дел, и на этой неделе как-то я себе позволила расслабиться, можно сказать. И сильно себя не загоняла, не напрягала, скажем так. Вот. Поэтому сегодня нужно поработать. Сейчас хочу забросить стирку и заняться работой. Потом, может быть, на часик взять сончас себе устроить. Завезла вот эта дорога, по которой я еду обычно домой. Там пляж с этими кустиками. А вот с этой стороны сюда мы с вами ни разу не заезжали. Здесь, получается, идет такой парк. Здесь можно жарить, смотрите, барбекю. В выходные здесь всегда все забито. И вот здесь вот эти, у нас идет, как он называется, интеркостал вода называется. Смотрите, как здесь классно. Это вам я еще не показывала. И там идет, видите, мостик на другую. Здесь такие камни, смотрите, как красиво. Я буквально на минутку заскочила, пока парковки там никого нет, потому что здесь нужно за нее платить, по идее. Зачем мне за нее платить, если я вышла сюда на 5 минут? Хочу выйти вам показать вот там. Вот. Так, вот здесь у нас красивенько, такой ветер свеженький дует. Так, сейчас выйду на этот мостик, вам покажу быстренько и поедем дальше. Дяденька рыбачит. Дяденька рыбак, пожалуйста. Как красиво, облака такие красивые. Здесь можно сюда приходить и рыбачить здесь. На той стороне там тоже какой-то парк, там шашлыки все жарят. Блин, классно как, не жарко, так приятно. Но там, где лодка стоит, там у них эти проходят, на рыбалку, в общем, возят. Вот такая у нас здесь красота. Сейчас поедем домой и подойдем еще к пляжу, посмотрим, как там красиво. Так, что у нас здесь? Здесь, кстати, никто не купается. Здесь запрещается, по идее, купаться, потому что здесь, не дай бог, крокодил заплывет к вам. Вот, но здесь у них есть вот там вот, где эти кусты, там такой закрытый парк, скажем так. Там у них есть туры, вы можете прокатиться на каяках или на этих педалбордс. И здесь еще очень много водится этих манати, знаете, такие большие штуки. Это, кстати, тот же самый залив, где, помните, раньше мы постоянно скейт гуляли, и вот это все идет вдоль вот этих домов, получается. То есть идет полоса, вот здесь этот интеркостал, дорога, и там снова дома будут и океан. Вот такая вам небольшая экскурсия. Здесь мы с вами еще ни разу не были. Так, ну что, едем дальше? Блин, такой ветер вообще классный. Мне нравится. Блин, такой здесь кайф. Кстати, здесь кайфа сейчас никого нет, но здесь очень много также бывает и бездомных. Так что здесь не совсем, скажем, такой безопасный. Я хотела здесь очень много раз остановиться, но наверное, как получалось, не знаю, либо там какие-то алкоголики сидели, либо полиция здесь у нас постоянно сторожит тех, кто гоняет быстро. Поэтому
сегодня смогла. Все, едем домой, сейчас посмотрим, что у нас там на океане сейчас. Какая красота происходит. Нашла станцию, где уже музыка для праздников, для Christmas Holiday Station. Мне прям такая музыка вообще сразу создает такое состояние праздника. Несмотря на то, что у нас Christmas здесь совершенно не чувствуется, ни Новый год, ничего, потому что у нас здесь, не знаю, для меня Christmas, Новый год — это снег, это мороз и все такое. Но у нас такого нет, поэтому вот такая музычка создает мне настроение праздника. Я уже дома. Пойдемте смотреть на океан. Ну-ка, работает эта фигня? Что за карточка? Нет такой карточки. Access granted. What? Access granted. А, все. Умная техника всякая. Ветерок дует очень классный. Музыки, наслушалась музыки этой рождественской праздничной. И прям настроение поднялось. Вы не представляете себе, как хочется уже бежать, покупать всякие разные декорации для Крисмаса. Наряжать дом, настроение замечательное, праздничное. Идея у меня. Послушайте, просто музыки, у меня уже идея возникла. Девчонки, кто писал, если мы поедем зимой, это в снег или нет. Я на самом деле боюсь ехать по снегу, по скользким дорогам. Но, если честно, я вчера уже открыла и смотрела ренты этих, знаете, cabins, где вот как раз таки, когда мы зимой ездили, но не в Вест-Вирджинии, а в Норт-Каролине. Там есть такая Peach Mountains, куда мы ездили пару лет назад. И я уже смотрела там у них кабины. Ну, кабины — это коттеджи, или как они называются. Так, это здесь, наверное, кто-то спал, я так понимаю, или что-то, я не знаю. Чьи-то вещи. Качок какой-то. Вот такая у нас красота. Сегодня там кто-то плавает. Видите, с маской. На одном месте плывет. Ветер какой сильный. Красивый, замечательный день. Тащу пакет с конфетами. Сейчас принесу домой, покажу вам, что интересного Кэтрин набрала на груди. Но есть уже такие люди, которые не конфеты давали, а давали, кто-то игрушки давал, кто-то слайм давал. Они, говорит, пришли к одному мужичку, попросили конфеты, у него конфет не было, он дал конфеты от кашля. Знаете, холст такие есть, вот что-то типа таких конфет дал, потому что у него не было конфет, он забыл купить. Вот такие вот дела. В общем, я уже смотрела кабины, есть одна подруга, и я спросила, как она смотрит на то, если мы вместе поехали как-нибудь, как сказать, на путешествие, дорожную дорогу вместе. Роуд-трип называется. Она бы с удовольствием сказала, ну не знаю. В общем, посмотрим, может быть, у нас получится, знаете, весной выбраться туда. Весной, когда все цветет, она красиво. Или осенью, когда все меняют листья, вот эти цвет, тоже очень красиво. Зимой, конечно, классно, но я боюсь сюда ехать. Нужно искать, думаю, мужика, который бы поехал. А так коттедж, в принципе, недорогой, и можно. Сесть в машину и поехать. Так, я пытаюсь открыть здесь еще одну дверь, но она не открывается. Access granted. Открылась. Сейчас мне нужно зайти, положить деньги на карточку Лантри, потому что я хочу постираться. Вы готовы посмотреть пакетик? Вот он, пакетик. И вот сколько там конфет, то есть получается полный конфет, посмотрите. Кто-то выдавал аж целые шоколадки, целый размер. Обычно здесь на Хэллоуин покупают большие пакеты, там мини-конфеты. Кто-то выдавал целые шоколадки. Кто-то выдавал какие-то вот такие пакетики. И здесь какие-то игрушки, какая-то карандаш, какая-то конфетка. Кто-то чипсами детей подкармливал. Представляете вообще? Что интересно. Вот так они ходили, собирали, потом они
вернулись, еще целая шоколадка. Потом они снова пошли в другой камень и ходили. Вот сколько они всего набрали. Сейчас целый год есть эти конфеты. Еще раз целый размер. Еще что с ними делать, я не знаю. Игрушка вот такая. Игрушка в виде... То есть некоторые, видите, создавали такие пакетики, положили пару конфет и какие-то игрушки. Прикольно. Ну, такие всякие штучки, так, физически интересные. Еще какой-то пакет. Монстр. Монстр пакет. И здесь тоже всякие конфеты. Смотрите, прекрасно. Приятно где-то, да? Даже если есть не будешь, просто приятно, как сказать, ходить и собирать. Это один кайф только. Больше, чем конфеты сами, просто ходить их и собирать. Так, мои кроссовки обросшие. Я сейчас не хочу посмотреть, найти место возле дома, где их можно постричь. Особенно нашу Аби, потому что она конкретно обросла. К ней все время подходишь, она падает на вот так вот, чтобы ей гладили живот. Она такая большая стала вообще. Розочка у нас маленькая, поменьше. А вот Аби у нас большая девочка, да? Обросла. Смотри, сколько у тебя волос. Даже глаза не видят уже ничего. Так что сегодня найду, чтобы возле дома было, чтобы их свозить. Не знаю, может быть, по одной свозить или вместе их свозить. Вместе, наверное, уже. Да? Может, сейчас найду что-нибудь. Сейчас прямо посмотрю, потому что я не могу на них уже смотреть, на бедных моих девочку. Но их полностью не буду стричь, потому что они еще папи, маленькие щеночки, им просто вокруг головы постригут немножко, ногти помоют, и зубы почистят. Сейчас я их повезу. Блин, я так волнуюсь. Запросила своих детей на стрижку. Ну как стрижку, им не будут сильно постригать. Все. Там делают специально для щенков, так как они в первый раз, чтобы они научились вести себя там хорошо, потому что они боятся. Довезла вроде 5 минут до дома, они все дрожат, все боятся, все трясутся. Особенно Аби у нас боится всего просто. Поэтому... Какие поездки могут быть в далекие штаты? Я думаю, если куда-то мы поедем, то их придется оставлять уже где-то, знаете, там отели специальные для собак или еще что-то, потому что они вообще совершенно не такие, как Кейт, которая Кейт со мной везде, помните, каждый день, везде, в школу, везде-везде себя со мной, а эти нет, они не такие, они даже боятся на улицу выйти. В машине их вообще трясти уже начинают. В общем, через 2 часа они будут готовы, я поехала быстренько тогда стирку пока сделаю дома. Что он сказал, что они, ногти у них еще как бы детские совсем, то есть у Аби уже более взрослый, он ей уже сможет немножко их подстричь, скажем так, немножко, то есть их помоет хорошо-хорошо, и вокруг лица немножко уберут волосы здесь, чтобы грязного не было, а так волосы их еще сами, они постригать не будут, потому что сказал, что они еще должны их волосы. То есть, если он сейчас их пострижет, когда они детские, то они потом могут не вырасти того, поэтому нужно еще подождать пару месяцев, когда они уже поменяют свой волос. Вот такие вот дела. Вот в эту кафешку я сейчас зайду, посмотрю, что здесь есть покушать, а потом пойду в магазинчик и куплю нашу, боюсь, какие-нибудь игрушки, потому что они все игрушки разодрали. Посмотрим, что там интересно есть. Пока они не готовы, мне еще звонили, поэтому у меня есть время, чтобы все сделать столько много всего. Всякие салаты готовые продаются. Чего на салат? Можно взять торты. Я себе взяла мой любимый филан пай. Я себе взяла сэндвич из индейки. Хлеб половиночку и тюна. Сэндвич дома сделала. Смотрю вот на это все. Просто смотрю. Собаки готовы. Сейчас иду забирать свой пакет с сэндвич. Здесь у меня тюна и хлеб. Самая дорогая тюна, мне кажется, которую я покупала, 15 баксов за такую среднюю капочку, эту кап, вообще жесть просто. Такую же в своем любимом Brothers Market за 7 долларов беру. Посмотрим, что она такого вкусного-привкусного, что она стоит 7 долларов, 15 долларов. Хлеб свежевыпечатый, выпеченные дела. Ладно, идем забирать красоток. Домой приедем, покажу их. Прикольные штучки для собачек на Крисмас. Вот это у нас Аби, наконец-то мы ее видим взгляд. Их не постригали, их еще нельзя постригать, просто немножко брали волос с лица, помыли их, ногти им постригли, зубы почистили. Вот такая чистенькая наша Аби. Аби, 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 видите, опять просят. Через 2 месяца сказали вернуться, чтобы
уже стрижку делать. А вот Розочка бежит. Розочка уже сняла. Сняла уже сама. Роз, look at me. Роз. Аби, дай, let me see you. Роз. Роз. Закрытым невозможно, устала. То есть сейчас время, у нас час дня. У меня так и не было возможности, не было времени, как сказать, поспать немножко. Но у меня и не хотелось, если честно, спать. То есть я была настолько активная, собак туда свозилась, дома сделала стирку, там по работе кое-что сделала, там еще по учебе кое-что сделала. В общем, всего-всего столько я сделала. Что забыла, что я устала, что я спала сегодня 2 часа. И вот сейчас я понимаю. Сейчас села в машину. Сейчас мне нужно ехать за Кэтрин. Я понимаю, что все, у меня отпускаются руки, я засыпаю. У меня совершенно просто нет сил, нет энергии. Но нужно ехать забирать Кэтрин. Возможно, что... У меня сегодня на вечер нужно много всего сделать. Я думаю, что спать я просто лягу пораньше, чем... Возьму какой-то, знаете, перерыв, посплю пару часиков, потом буду работать. Я лучше сейчас придем домой с Кэтрин, поужинаем, сделаем все необходимое и лягу спать пораньше. Ладно, поехали забирать Кэтрин. Посмотрим, заметит ли она, что у наших собачек сегодня, что их помыли наконец-то. И немножко постригли вокруг глаз. Кстати, у Роз не сильно заметно, потому что у нее волосы белые, но ее тоже так же обстригли. У Аби заметно вот здесь обстригли, у нее здесь были такие длинные, но ее обстригли сейчас короткие, чтобы глаза-то ничто не лезет. У Роз то же самое, но незаметно, потому что они волосы у нее светлые, поэтому не так сильно заметно. Вот такие дела. Ладно, поехала забирать Кэтрин. Сейчас буду сказать ранний ужин. Кэтрин только что поела супа. А я буду кушать вот что. Брынза, зелень, перец. И вот такой свернула себе в лаваше. Кусочек тоненького сыра и вот этот чурный салат, который я сегодня приобрела. Вот так вот. Кэтрин день рождения, скоро 19 ноября. И мы сейчас планируем во всю, как где она будет отмечать день рождения. Мы решили, что отмечать будем Dave & Buster's. И там у них есть специальные такие, знаете, предложения, такие пакетчес для дня рождения, куда входит еда плюс и какие там на игровые автоматы деньги. Вот сейчас она разослала всем своим друзьям, которых она хочет пригласить, приглашение, и смотрим, кто сможет, кто не сможет, в какой день и как там что дальше делать, переносить на какой день вообще. Ну, в общем, смотрите, когда, какой день, во сколько и все такое. Вот потом вчера разговаривала с одной женщиной на работе, и у нее дети занимаются на домашнем образовании. То есть сейчас это очень популярно. Это как вот в колледже вы занимаетесь онлайн, есть то же самое в школах. И я начала тоже задумываться над этим, смотреть ресерч, потому что, не знаю, в школу становится идти все страшнее и страшнее. Но это я узнаю пока все, посмотрим, что и как. Вот, что еще, какая новость? Новость еще следующая. Я забронировала отель на январь, 2, 3, 4 января, поехать в Орландо. Села уже отель, в парке мы пока не покупала билет, но мы на день буквально поедем туда. И там же и купим на месте билеты. И что еще? И в это воскресенье у Кэтрин в школе будет проходить спектакль, который называется «Вилли Вонка». Мы взяли билеты на 2 часа и пойдем с ней на спектакль. Так вот, вот такие вот последние новости. То, что у меня сегодня нового произошло, скажем так. Знаете, что интересно? Стоило упомянуть эту маму у себя в видео, так там опять откуда ни возьмись появились все эти люди. Я не знаю, откуда они все вышли просто. Про нее вообще нужно, видимо, молчать, потому что они всплывают ниоткуда не возьмись. Ну и ладно, это не важно. Ладно, я сейчас буду кушать, потом пойду уже заниматься. Я сегодня, говорю, полуживая, спала 2 часа. Пойду заниматься, делать уроки мне не нужно делать. По работе мне нужно, там, мне нужно
регистрироваться на классы на следующий семестр. Мне нужно переоформить страховку медицинскую на Новый год. Потом мне нужно... В общем, мне нужно делать очень много, на самом деле. Поэтому я уже все буду прощаться с вами. Пока-пока. До завтра. Завтра у меня учеба с утра, потом супермаркет. И вечером работа. Такие вот грандиозные планы. Ладно, все, прощаюсь. До завтра.